Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абикелкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем работу в прямом эфире, и сейчас у нас на прямой связи Никита Зрелов, исследователь Латвийского центра биомедицины. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот такой тоже выдался тяжелый год, хотя, может быть, не знаю, с точки зрения науки он и достаточно был интересный. Вот если подводить итоги года, такие пандемийные, вот на ваш взгляд, наука продвинулась в исследовании ковида? Сегодня мы можем сказать, что мы больше знаем вот с научной точки зрения именно об этом варианте коронавируса? Нет, это безусловно. Естественно, мы с каждым днем знаем больше, чем знали в предыдущий день. И, естественно, учитывая, сколько сил и сколько людей работает именно с коронавирусом, то есть действительно очень быстро накапливается новая информация. Ну, вот буквально только появляется новый штамм, сразу видно, что он какой-то будет такой непонятный, скажем, что стоит ожидать от него каких-то там очень плохих вещей. Ну и да, и как это происходит, что, в принципе, как только это появляется, сразу независимо многие лаборатории по миру начали что-то делать, что буквально вот там через полторы недели после появления штамма уже было понятно, ну, данные по нейтрализации там и какие-то еще вещи, как он растет, какое у него время удвоения где. Ну, то есть, да, это можно сказать, что на самом деле даже беспрецедентная скорость, что раньше не было никогда ни столько сотрудничеств, ни такой скорости, опять же, ни такого разнообразия по работе вот с одним каким-то вирусом, скажем. За такой короткий срок очень-очень многое было уже сделано. То есть фактически упреки в адрес, вот то, что мы периодически слышим, в адрес науки, ну, я так обобщающе скажу, что вот как же так, вот только говорят о том, что вакцина эффективна, потом уже говорят, что не очень эффективна от нового штамма. Все-таки эти упреки не обоснованы и не заслужены. Не, я считаю, что они, безусловно, конечно, не заслужены, но, опять же, про новый штамм это тоже стоит понимать, что это эволюция, то есть к тому все и должно было идти. Потому что, естественно, вирус, ну как, он, конечно, не что-то разумное, но будут отбираться такие варианты, которые действительно хуже будут нейтрализоваться имеющимся иммунитетом, опять же. И здесь, как мы видим, и от вакцины, если там сделано, ну, скажем, двухдозовая, полгода назад, то это уже не особо-то защищает от инфицирования. Ну и также, если мы ранее переболевали, это тоже нас уже не особо защищает с этим вариантом. Ну то есть вот он так красиво сложился, что снова мог заражать тех, кто уже там переболевал или вакцинировался. Да. Но опять же, стоит понимать, что инфицироваться-то мы можем инфицироваться им, но течение болезни в любом случае будет проще, чем если бы мы прежде не вакцинировались там или не переболевали другим вариантом. Да, ну вот интересно то, что вы сейчас сказали, как раз вот предваряя мой вопрос, ну, есть такое знаменитое выражение, что вот, что обжегшись на молоке, уже дуешь на воду, вот нет такого ощущения, что мы, ну, понятно, что два года мы живем вот в этой пандемии, и сложно избавиться, может быть, от каких-то, не знаю, стереотипов, которые уже сложились за это время. И вот мы иногда хотим многого, если раньше, допустим, мы говорили, что вакцина защищает от тяжелых случаев и летального исхода, ну, и это основное предназначение вакцины. Не от того, я сейчас утрирую простыми словами, говорю, не от того, чтобы мы там заразились насморком, да, чтобы действительно мы не попали в больницу и свою жизнь спасли, не перегружали систему здравоохранения. Теперь с появлением, может быть, омикрона нам говорят, нет, вы понимаете, ну, вот заболеваемость будет расти. Ну, и притом намного быстрее, поскольку это очень заразный вирус, там, на сколько-то там процентов заразнее, чем дельта. Ну, хорошо, но, может быть, в этом нет никакой трагедии. Ну, да, будет заболеваемость расти. Но если вакцина, особенно, вот мы говорим, вот эта бустерная доза будет защищать от тяжелых случаев, ну, хорошо, но будет заболеваемость расти. В конце концов, во время, когда вы переживали волны эпидемии сезонной гриппа, тоже заболеваемость росла. Ну и что? Не, ну, здесь опять же стоит понимать, что у нас пока что, скажем, если мы говорим конкретно про Латвию, у нас очень много пенсионеров, кто не отвакцинировался, да, еще. Да, вообще. Стоит понимать, что да, они группа риска, и если будет действительно вот такой вариант, как омикрон, который уже здесь, уже успешно размножается, и который вскоре станет доминирующим, и, скорее всего, нас опять закроет, скажем, в конце января, в начале февраля. Но да, что он, безусловно, дойдет и до этих невакцинированных людей тоже. Ну и если это, скажем, молодой человек, то как мы видим, что в целом, ну,
не настолько страшное течение болезни, даже у невакцинированных молодых людей, нежели если это невакцинированный старичок. Ну, то есть это было ожидаемо, и это, собственно, достаточно рано стало понятно, и это с любым вариантом, не только с омикроном так. Просто так получается, что да, естественно, хотелось бы, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло, но стоит понимать, что сейчас, если мы будем пытаться жить, как мы жили до этого, то мы подвергаем большой опасности, собственно, вот наших самых незащищенных, в данном случае вот пенсионеров. А вот, есть... да, если мы говорим что с научной точки зрения, вы как изучающие бактерии, вирусы, может ли быть какая-то там, не знаю, тупиковая ветвь, о которой в свое время говорили, что вот в какой-то момент вирус так будет мутироваться, что он сам себя уничтожит? Или это все-таки преувеличение? Ну, опять же, я считаю, что это очень большое преувеличение, потому что, опять же, ну, тупиковой ветви такого, в принципе, нету, потому что тупиковая ветвь пропадет, но у нас в каждом человеке, грубо говоря, своя ветвь развивается. Конечно. Причем несколько даже. Ну, и то есть, если одна из них тупиковая, то просто выйдет и заразит следующего из этого человека та ветвь, которая не тупиковая. То есть, я сомневаюсь, что так это будет, и опять же... Там вот, да, я действительно видел предыдущие варианты, там и про альфу, и про бету, и про гамму, что вот, мол, все, да. Дальше некуда, это вот прям пиковый вариант, но это так не работает. То есть эволюция всегда находит решение, и действительно, ну, сейчас вот достаточно такое большое заблуждение, наверное, что якобы вирусы должны изменяться на снижение вирулентности. Ну, то есть по снижению вирулентности мы понимаем, что они становятся менее опасными для здоровья, скажем, если человек заболевает. Но это тоже конкретно с этим коронавирусом, я считаю, что это весьма необоснованно, потому что до момента, пока этот человек, скажем, попадает в больницу или умирает от заражения, проходит все-таки настолько много времени, что он уже этот вариант передает дальше. То есть нет давления на то, что не успевается. Да, что не успевает передаваться, поэтому то есть отбираться какие-то более легкие варианты не будут, если они там при этом не будут сразу намного более заразными. Или как... Ну там стоит понимать, что все это как обмен не всегда так, что приобретая какое-то одно качество, что оно идет, ну, только в позитивное, потому что там есть всякие эпистазы и так далее, что, скажем, если вирус становится там более заразным, он может, ну, может, ну, опять же, случайно это отыграться так, что он вот какое-то там свое преимущество теряет, которое у него было, или что-то становится слабее. Но в целом, опять же, это стоит понимать, что если он может реплицироваться, а для этого он, собственно, должен передаваться и заражать других хозяев, то он будет вполне себе существовать под вот давлением, которое сейчас, как мы видим, это как раз избегание иммунного ответа и, естественно, большая заразность, то есть чтобы он мог быстрее реплицироваться. Ну, то есть по такой эволюционной траектории мы действительно видим, что он идет, но про снижение вирулентности, это сейчас вот говорят про омикрон, ну, скажем, что там якобы вот в Африку приводили, примерно в Африке, опять же, я тоже постоянно говорю, что демографическая структура населения такая, что там очень много молодых и очень мало пенсионеров, и, во-вторых, они там, несмотря на то, что они не прививались, они там переболевали предыдущими вариантами, и то есть у них какой-никакой иммунитет есть у тех, кто там выжил. Ну, поэтому, опять же, делать выводы, что вот он легче, значит, это он так эволюционировал, что он стал там менее опасным, то есть это не совсем правильно, потому что пока нельзя, конечно, это оценить, ну, то есть какую роль вносит предыдущий иммунитет популяции, в которой сейчас омикрон распространяется. Потому что, опять же, это, вот сейчас мы поговорили про Африку, а если мы смотрим там Англия или Дания, ну, то есть там очень много вакцинированных людей. То есть он тоже как бы в популяции, которая уже с каким-никаким, но иммунитетом, который все-таки работает и против омикрона тоже. Ну и поэтому, да, мы не можем сейчас сказать, что действительно вот он стал прям мягче, потому что это может быть не то, что он эволюционировал так, что он стал мягче, а просто то, что он размножается уже в популяциях, которые, собственно, имеют какую-то защиту, и поэтому его проявление мягче. Угу. Вот так. Значит ли это, что, я понимаю, что сейчас тяжело что-то прогнозировать, но значит ли это, что, там, не знаю, 30 декабря 2022 года мы будем говорить примерно так же? Ну, на самом деле, это не исключено, потому что, опять же, ну, скажем, вот предыдущие варианты, у нас там их много букв, омикрон уже там где-то посерединке, наверное, греческого алфавита, но да. Вот эти буквы, в принципе, греческие, дают только тем вариантам, которые вызывают опасения. То есть вот за все это время, скажем, вариантов, которые вызывают опасения, было, ну, на самом деле, не так много. Но при этом, опять же, что интересно с омикроном, то, что предыдущие все эти варианты, они как бы неплохо-то нейтрализовались, то есть вакцины на них неплохо работали. А с этим получается так, что он настолько сильно изменился, что, в принципе, к нему, ну, получается, стоило бы, наверное, подгонять вакцины. Но там тоже есть один нюанс, что мы знаем, что омикрон может заражать, скажем, тех, кто переболел дельтой,
А вот вопрос в том, а может ли Дельта заражать тех, кто переболел омикроном, скажем, ну то есть вот про эту кросс-иммунность у них пока что еще, наверное, не совсем понятно, но да, в целом я думаю, что ожидать мы можем варианта всегда, то есть эволюцию никто не остановит, и поэтому вот это одна из причин, по которым, скажем, Всемирная организация здравоохранения, ну и говорит про то, что, ну, я, опять же, понимаю их точку зрения, но я с этим не совсем согласен тоже, что они вот говорят, что не надо нам здесь делать бустеры, лучше отправлять эти дозы вот в страны, там, как Африка, чтобы уменьшить возможность появления вот таких новых вариантов, потому что они, в принципе, отбираются, естественно, чем больше у нас одновременно болеет людей вообще, ну, то есть, как я уже ранее говорил сегодня, то есть в каждом человеке у нас своя линия, грубо говоря, развивается, даже несколько. Ну и чем больше одновременно болеет людей, то есть тем больше вариантов, что появится что-то, чему опять дадут греческую буковку. Ну вот с омикроном конкретно еще тоже, если говорим чисто про мутации, то если там вот у коронавируса есть, ну, вот этот шарик там с шипами, вот эти шипы кодируют шиповидный белок, и они, собственно, и есть та часть вируса, с которым он прицепляется вот к нашим клеткам. Ну и обычно у предыдущих вариантов там, ну, 15 максимум было мутаций вот в этом шиповидном белке, а у омикрона их там за 30. Ну, то есть, поэтому там вот спекуляции про то, как он появился, в принципе, сейчас, потому да. что мы видим, что у него нет предшественников, то есть мы не можем, ну, отследить, вот, скажем, его генеалогию. Мы понимаем, что это коронавирус, да, но там идет, если вот сложить его с другими изолятами, такая очень длинная ветка. И это, в принципе, говорит о том, что это, ну, либо вариант А, ну, который является гипотезой, это что был где-то вот в Африке какой-то человек, у которого, возможно, был СПИД, то есть у которого там иммунная система очень плохо работает, но при этом, грубо говоря, наверное, работает даже такой неработающей иммунной системы достаточно на то, чтобы показывать вирусу, ну, примерно хоть какое-то давление создавать, чтобы он понимал, как вот избегать этого и, грубо говоря, таким образом тренировать, направляя эту эволюцию, этот вирус избегать вообще иммунитета в целом. Ну и да, второй вариант — это что, возможно, когда-то еще достаточно ранний какой-то вариант, возможно, даже оригинальный, скакнул в какое-то животное, и в этом животном вот долгое время просидел, и потом скакнул назад в человеческую популяцию. Ну, то есть, да, потому что обычно, как мы видим, ну, то есть нет настолько большого давления все-таки на этот шиповидный белок, а здесь прям он очень сильно помутировавший, и поэтому, да, вот, мы, возможно, сейчас и не говорили, не было бы этого интервью, если бы вот не чистая случайность, что нам не повезло, что такой вариант он действительно взял и скакнул опять в людскую популяцию, то есть либо с хронического больного, либо с другого животного, пока это непонятно, ну, как бы можно поверить и в одну, и в другую теорию. Ну и будут ли еще варианты, это, безусловно, нельзя предсказать, какие у них будут там, ну, однозначно нельзя сказать, какие у них будут качества, ну, что я точно хочу предостеречь, это от того, что ожидать, скажем, что следующие варианты будут однозначно более мягкими, это не стоит делать. Ну а так, да, в принципе, все это закончится, когда большинство людей будет иммунизировано. Ну, вот как-то так. Угу. Вот, то есть тогда это может вообще закончиться. Я почему говорю, хотел вас спросить, вы очень точно в социальных сетях, вы очень искали, заметили, что вы не политик, вам не нужно гнаться за рейтингами, поэтому вы говорите то, что есть, они тоже хотят услышать избирателя. С другой стороны, вы тоже на нашей грешной земле, что называется, живете, и вы понимаете, что когда, допустим, людям скажут, что, вы знаете, вы будете смеяться или плакать, но у нас по счету 21-й локдаун, впереди 22-й и 23-й. Да, ну, я так утрирую, то понятно, что всему есть, наверное, предел. Мы понимаем, что люди ко всему приспосабливаются, к войне приспосабливались, там, не дай бог, к бомбардировкам, наверное, и к этому тоже. Но, наверное, есть предел всему, даже для богатых стран предел, не знаю, остывания или блокирования экономики каждые 3 месяца, да. То есть в какой-то момент, наверное, нам как-то придется думать, как с этим вот злом существовать, если вот эти буквы алфавита дальше будут называться там следующие неприличные пи и так далее, да, вот, ну, мы же понимаем, что, ну, рано или поздно мы должны что-то думать вообще, как дальше жить. Не, ну, в целом, да, конечно, есть радикальный подход Китая, где там, в принципе, ну, вот, насколько я сейчас слышал, из-за 60 с чем-то случаев, опять маленькой вспышки, закрывают там многомиллионный город сразу, да. Далеко на да. Ну, то есть, как бы это вот один из подходов, но там, опять же, учитывая, что мы еврозона, там Евросоюз, то это просто, наверное, нам невозможно. То есть будут все равно завозить варианты, даже если здесь очень жестко внутри вот отсидеть дома, выждать, грубо говоря, там такой срок, что этот вирус пропадет, скажем, на территории Латвии, его все равно просто назад привезут. Это, естественно, глобализацию не работает, у нас, да, политическое устройство не такое, как в Китае, то есть
у нас там демократия, все дела, личные свободы, поэтому действительно, ну, у нас народ вот начинает переживать, прям если их там на рекомендационного характера, там, скажем, удаленку уже предлагают, уже все начинают переживать. Или там, упаси боже, посидеть нужно в локдауне якобы. И то тоже это не такой локдаун, что у нас ну, милитаристический, что у нас на улице не выйти. Но опять же, да, понятно, что сидеть каждые там несколько месяцев – это не вариант. Но опять же, и колоться несколько, каждые несколько месяцев – это тоже не вариант, потому что сейчас этот бустер необходим. Ну, то есть там суть в том, что предыдущие антитела, скажем, которые у нас есть, хуже липнут к этому варианту, потому что мы можем бустером повысить их типа количество. Но опять же, это количество, оно со временем будет опять падать. И, то есть, если они плохо липнут, то, скорее всего, подгонят вакцину. Ну, как бы, вот я надеюсь, как подгонят вакцину, станет проще с тем, что, опять же, еще проще будет и с госпитализациями, и с, ну, то есть, их станет еще меньше там, и заболевать будет меньше. Но, опять же, сами эти локдауны, они, в принципе, делаются для того, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Но да. Это в идеале так должно быть. У нас в Латвии делается тогда, когда он уже перегружен, в принципе, или когда очевидно, что он будет. Да. Когда уже ужас, чтобы не стал ужас-ужас, да. Примерно да, так. Да, да. И это тоже меня немного поражает, что тогда сливали какие-то разговоры правительства или что-то, когда типа эксперты говорят, что вот у нас растут случаи. Ну, то есть понятно, что там недельку, пока не начнут умирать люди. Ну, а там ответ, я не помню, от которого из министров был, что они, мол, подождут, когда действительно пойдут данные и о смертях, прежде чем что-то действует. Хотя это очевидно, что одно следует за другим. Ну, в общем, да, с этими локдаунами получается, что, естественно, я, наверное, думаю, что, учитывая, насколько облажались решениями и кинули кость народу, скажем, что вот можно потусить там на Новый год, везде там походить по супермаркетам и все это, ну, то есть потом за это мы будем платить тем, что будет ужесточение ограничений, скорее всего. Ну, то есть от омикрона мы никуда не денемся, и с такими решениями, как сейчас, скорее всего, это будет достаточно катастрофичная ситуация. Я с вами согласен, но с другой стороны, я понимаю, что это больше такой вопрос даже психологии и даже не политики, может быть, но вот мы же помним, что был период, сейчас, правда, может быть, они чуточку притихли, так называемые антиваксеры, да, ну, вот, которые кричали, что ни за что, никогда, и убеждали других, которые колеблющиеся, не надо. Но были те, которые сознательные, их достаточно тоже много, которые давно уже полностью вакцинировались, ну, полностью, мы еще понимаем по-старому, ну, две инъекции, скажем так, не знаю, Pfizer и Moderna, да, не будем людей перегружать этими названиями. И они говорили, что да, мы все понимаем, что кто-то еще не привился, но в конце концов прививка бесплатна. Доступность уже на каком-то этапе, начиная там с сентября, была тотальная. Уже автобусы ехали. Ну, в общем, все это понятно, да? Они говорили, подождите, почему в конце концов я не могу теперь зайти в кафе и перекусить полностью вакцинированный только потому, что там, не знаю, мой сосед Иван Иванович, там, не знаю, Ян Янович, да, сказал, что я вас всех видел, как говорится, да, и не буду прививаться. В конце концов, это его выбор. За что теперь меня нужно сажать дома и лишать хотя бы минимальных удовольствий от этой жизни? И, наверное, эти люди правы в какой-то степени, и политики тоже должны к этим людям прислушиваться, а не сказать, а, ну вы привились, ну хорошо, ну все равно сидите дома. Не, ну здесь опять, это бы решилось тем, если бы действительно сделали обязательную вакцинацию хотя бы для групп риска. То есть я, конечно, себе слабо представляю, ну, как это этически сделать, ну, скажем, вот заставлять бабушек, дедушек идти вакцинироваться. Но, опять же, если они сами не понимают, ну, то есть за них уже подумали те, кто, в общем, понимает, что им грозит, если они сами это еще не осознают. Ну, то есть я думаю, что государство, возможно, слишком мягко вообще вот контроль пандемии, ну, скажем, и конкретно, что у нас происходит. То есть у нас контроль эпидемиологической ситуации такой очень мягкий, вялый какой-то, запоздалый все время. То есть мне кажется, что не хватает действительно более решительных действий. Ну, то есть вот поэтому мы так и имеем, что у нас какие-то меры, полумеры, потом опять все становится хуже из-за того, что... Да, ну, мне сложно сказать, позиция Минздрава правильная обычно у нас. Ну, то есть что там дальше происходит в кабинете министров, я затрудняюсь. Ну, сложно, я думаю, что здесь мне даже сложно что-то вам возразить, вы абсолютно правы, потому что когда иногда думаешь, я все понимаю, что там рекомендовать можно, но когда вот мы видим, что носится с идеей срочно привить детей... Да, так сказать, срочно. Я говорю, ну, слушайте, хорошо, ну, пускай родители сами решают. Давайте привьем сначала группы риска, да, так сказать, а не тех, там, кому там 6-7 лет. Ну, особенность вируса, что все-таки, слава богу, дети не самая рисковая группа в этой ситуации. Но за 2 года мы же должны чему-либо были научиться. Такое ощущение, что вроде бы нет иногда у меня создается. Это опять тоже, что достаточно грустно, что я не знаю, почему это у нас так работает, но вот... То есть, если у нас есть какие-то рекомендационного характера, скажем,
Ну, меры предосторожности их просто никто не соблюдает. Да у нас даже можно сказать, что и обязательные меры предосторожности никто не соблюдает. Ну, и убедиться в этом достаточно просто. Можно сесть в любой общественный транспорт, который едет в микрорайон, и Да. просто посчитать, сколько людей носит вообще маску, ну, правильно, закрывая рот и нос. Но другой вопрос уже о том, что да, действительно, эти маски уже тоже, если вирус еще более заразным стал у нас, то желательно все-таки носить респираторы. И, ну, как респиратор лучше, чем это, как хирургическая маска. Ну и хирургически эта маска лучше, чем как она, ну, просто тряпочка, которую тоже Да. можно носить. Ну, то есть это тоже стоит предусмотреть. Но я не знаю, понятно, что респираторы всем, наверное, за бесплатно раздавать не будут. Но опять же, если вот нашим слушателям я рекомендую действительно, ну, две вещи сейчас с приходом вот омикрона в новом году. Это первое, закупить респираторов и правильно их носить и менять. И второе, это действительно сходить получить бустер. Потому что если мы хотим, чтобы это закончилось, то есть мы, каждый из нас может тоже сделать свой вклад. И это не настолько сложно. Вы абсолютно справедливы. Иногда вот кажется, что такая картина сюрреалистическая. Вот какое-то время назад я вот тоже наблюдал, вы абсолютно правы. Вот я видел, мимо меня проехал общественный транспорт как раз, значит, и там он был набит. Ну, то именно набит. То есть сказать о том, что там какая-то не то что социальная дистанция, там такое ощущение, что люди уже побратались. То есть они там обнимались, дышали в затылок, ну, был просто транспорт набит. И через какое-то время я там заехал там навстречу, там магазин, ладно, не хочется рекламировать, ну, ладно, Скайморы, где по понятной причине они в зеленой зоне работают, магазин с соответствующими ценами, народу там было очень мало. Ну и вот в тот момент, когда я шел с тележкой, там продавцов было больше, чем посетителей, да, и по этому магазину, как остервенелые, бегали полицейские и смотрели, у всех ли вакцинированных маска правильно одета на нос. Я понимаю, может быть, и это надо. Наверное, кто-то им такое задание дал, не сами же они решили так побегать, да. И хочется сказать, а вы не хотели бы вот в транспорте посмотреть, ну зачем вы занимаетесь, ну, фактически ерундой? Я понимаю, что в этом магазине, где три человека, поймать того, кто там... У кого там маска неправильно одета, проще. Но ведь это же абсурд. Не, ну тут я тоже согласен, что действительно абсурдно. Но, как я говорю, рекомендационного характера, ну, какие-то рекомендации просто народ у нас не соблюдает. Ну, то есть пытаются сделать, да, обязательные какие-то требования, их тоже не соблюдают. Ну, соответственно, я не знаю, наверное, наказание за несоблюдение этих обязательных требований слишком мягкие, опять же. То есть как-то нужно, получается, если кто-то, грубо говоря, дурак, то ему нужно показывать, что он дурак постоянно. Ну, то есть если ты эту маску не носишь, не думаешь о себе, хоть думая об окружающих, то есть не подвергая остальных, там, скажем, А если это опасности. дурак-избиратель, это уже меняет всю ситуацию, да. Да, вот возвращаясь, может быть, к науке, вот мы очень часто слышали, по крайней мере, ну, до пандемии, что, ну, латвийская наука не развивается, потому что мало средств, молодые люди уезжают, там получают гранты, может быть, это неплохо, практикуется там в богатых странах Европейского Союза, Соединенных Штатах. Вот вы, вот... И, несомненно, относитесь вот к этой категории молодых ученых. Вы здесь занимаетесь, судя по всему, любимым делом. Ваши ощущения? Можно ли сказать, что ситуация улучшилась? И вообще в Латвии заинтересованы в том, чтобы своя отечественная наука развивалась? Я понимаю, что в кооперации там, с мировой наукой, но все-таки. Не, но ну опять же, это достаточно, скажем, такой вопрос, на который сложно ответить. С одной стороны, как бы меня все устраивает в плане инфраструктуры, как я работаю и так далее, но с финансированием науки у нас действительно проблема в том, что его не хватает. Скажем, вот чисто пример я могу привести, вот один из недавних результатов конкурсов, но ну, там было подано, в общем, около 50 проектов. Проекты там достаточно такие большие, длительность на 3 года. Суммы там на этот реализацию проекта там 500 тысяч, по-моему, то есть полмиллиона. Ну Это вот же да, и копейки, да. подаются вот эти проекты, собственно. Подалось их 50 с чем-то, а профинансировали только 7. И при этом оценки там были, ну, наверное, у штук 20 такие очень хорошие. Ну, скажем, вот лично я, ну, как группа, в которой я работаю, мы пролетели, хотя у нас было набрано 91% от максимально возможной оценки. И Это вот очень мы хороший, да. пролетели. Ну, то есть это означает, что получают, ну, вот действительно прям топовые-топовые, просто те, кого оценили наиболее хорошо. А на самом деле с оценками там уже почти приближающимся к максимальным, то там тоже как лотерейный билет. Ну, то есть кому попался эксперт, который меньше докапывается, скажем, кто оценивает эти проекты, потому что это тоже независимо оценивают вот, эксперты. То есть в целом, опять же, это в очередной раз просто показывает то, что у нас конкурентоспособная наука, как бы, то есть у нас есть действительно возможность участвовать во всех тех процессах и заниматься теми же исследованиями, которыми занимаются люди, там, скажем, в той же Англии, там, Америке,
Китай, но, опять же, проблема в том, что просто сколько из этих исследований может государство позволить себе профинансировать? Но это, к сожалению, скажем, потенциала больше, нежели возможностей. А нет такого, что вот среди экспертов, я понимаю, что, может быть, чуть фантазирую, но вот есть предприниматели, когда им просят, ну, оцените проект с вашей точки зрения, что они прежде всего оценивают, да? Они оценивают, ну, такое слово «прикладную науку», то есть это то, что потом можно будет применить, там, не знаю, создать какой-то продукт с добавленной стоимостью и получить прибыль. Все просто, да, цинично, но просто. И они могут сказать, да, у вас очень хорошее исследование, я уже чувствую, но они такие фундаментальные, рассчитаны на будущее, да, в основном такие больше теоретические. Что с этого? То есть мы деньги потратим, что с этого? Там есть, получается, некоторые дележки тоже. То есть есть действительно вот прикладные проекты, ну, то есть гранты, а есть те, которые вот именно фундаментальные на развитие науки, как ради науки. Что потом, опять же, несомненно, рано или поздно поможет и прикладной науке тоже. То есть любая фундаментальная наука, она тоже не за даром проходит. Конечно. То есть применение ей можно найти, но просто оно действительно не очевидно и, возможно, вот не сразу там по завершению проекта. Но это, опять же, обычно если грант такой, который нацелен на прикладной, то понятно, что никто не будет тратить свое время и пытаться туда пропихнуть то, что понятно, что на коленке сделано из фундаментального прикладным, потому что это, скорее всего, не сработает и просто будет трата времени. Ну, то есть, как бы, да, еще, опять же, чтобы делать что-то прикладное, то хорошо, если есть уже какой-то партнер, наверное, где можно хотя бы там какой-нибудь прототип будет проверить в индустриальном, релевантном, скажем, его использовании или как-то так, потому что там тоже есть, ну, как на этот проект, вот даже прикладное, ну, то есть там всем понятно, что там за пару лет какого-то готового супер нового продукта там не будет, скорее всего, там будет прототип какого-то вот уровня готовности, это technology readiness level. Но это тоже, естественно, кто вот больше пообещает, что он там достигнет, продвинет этот прототип дальше и сможет это сделать, ну, то есть у того, наверное, больше вариантов. Мы обычно обещали, вот, что мы, по-моему, 4-5 из 9 этих уровней, если я не ошибаюсь, ну, то есть посерединке где-то. И эти 4-5, оно соответствует тому, что мы, собственно, покажем, как вот прототип работает в лабораторных условиях. Да. И постараемся его продвинуть уже, потестировать, ну, типа, в очень маленьком масштабе, уже в какой-то индустриальном тоже сеттинге. Ну, как-то так. Но это, опять же, речь не идет о том, что это уже какой-то продукт, который можно Конечно. Продавать. Нет, но всегда вложение в науку, это так может сыграть, может не сыграть, на то она и наука. Вот если мы говорим, не знаю, о ваших личных амбициях, ну, не знаю, верите ли вы или, может быть, стремитесь к тому, что, ну, не знаю, если мы говорим сейчас о коронавирусе, да, что в какой-то момент и ваша группа исследователей сможет обнаружить, знаете, такой, я простым языком, естественно, говорю, для уязвимое место, которое поможет потом вот с этим шипом, да, не знаю, справиться, и этот там коронавирус, или, может быть, другой вирус, который опасно мутирует, победить. Ну, к примеру, как вариант. Или у вас вот исследование в другой области, может быть, чуть поясните. Нет, но у нас, в принципе, сейчас это получается, то есть то, что называется genomic surveillance, то есть мы смотрим, что у нас распространяется, вот действительно, какие варианты, как они эволюционируют, то есть приобретают ли они что-то более опасное. Но вот у нас больше в таком ключе это происходит. Но опять же, когда началась пандемия, ну, собственно, были эти Vast Spectrum программы именно про коронавирусы. И то есть там получается так, что занимались очень разными вещами, то есть действительно взяли и всякие дезинфекторы, и пытались проверять какие-то материалы, из каких материалов, скажем, маски лучше, и даже разработки вакцины, вот как раз-таки, как вы говорите, там искать слабое место, то есть даже разработки вакцины были у латвийских ученых свои. Только да, я слышал, да. Гонка была проиграна, потому что, наверное, все-таки вовремя не поступило достаточное количество средств на то, чтобы это продвинуть, потому что, естественно, соревноваться с огромными фармацевтическими концернами очень сложно. Но, да, в целом, опять же, сейчас конкурировать, ну, вот тоже пытаться искать как слабое место, но там получается, что слабое место достаточно очевидное у него было. Ну, то есть на что нам нужно нацеливать там вакцины, скажем, глобально в мире и делать. И, то есть все они, в принципе, и нацелены на этот, можно сказать, шиповидный белок. Ну, если не все, то ну, большинство однозначно, потому что почему бы нет, если это работает. Ну, и это, естественно, опять же, знания, которые были уже к моменту начала этой пандемии, потому что до этого нас тоже посещали другие коронавирусы, два из которых тоже были очень опасны. Ну вот как-то так. Мы вот, да, что мы, в принципе, делаем сейчас, это понятно, что количество случаев у нас очень большое уже было, то есть у нас нет таких возможностей обрабатывать настолько много изолятов, и мы стали фокусироваться вот последнее время на таких наиболее интересных случаях, где непонятно,
что распространяется, как и почему. Ну, скажем, это одно, я в пример могу привести, это вот норковая ферма, но про него много было очень в новостях. Но там тоже, там вот получается идеальные условия для размножения вируса и эволюции. То есть вот там достаточно маленькая площадь, скажем, на этой площади там за 300 тысяч животных. Ну и, собственно, понятно, что это все будет там развиваться и циркулировать. И там мы тоже видим, что это волнами идет, что там отбираются мутации, которые потенциально опасны, почему мы, собственно, высказывали тоже опасения насчет того, стоит ли это продолжать все, потому что мы там даже видели, ну, то есть, что опять было доказано вот нашей работой, скажем, что это вот некоторые из работников, которые там работают, что они заражаются вариантом вот от норки, а не где-то, как вот этот господин владелец фермы пытался говорить, что это все не, что они там заражаются не на ферме, но да, последовательность биологическая не может врать. То есть там 30 тысяч буковок, мы их можем прочитать, эти 30 тысяч буковок. И если 30 тысяч буквок совпадают с другими 30 тысячами буквок, то, соответственно, это в течение, вот, ну, наверное, максимум 2 недель была связь. Ну, то есть один передал другому. То есть как-то так это работает. И так мы можем опять отследить, вот как родословную, скажем. Вот то, что вы сказали, это ведь на самом деле такой вот бич не только латвийского общества, но если мы про Латвию говорим, это точно. Когда тотальное недоверие профессионалам в какой-то области, это становится тупиком, да, но вот я всегда хочу сказать, что, слушайте, уважаемый, там, не знаю, специалист по разведению норок, да, но мы уже вас не учим, как разводить норки. Это, конечно, группа, да, так сказать, ну, есть же ученые, вот вам доказательство, вот оно, вот эти буквы, да, так сказать, ну, вот примите это на веру и, так сказать, соблюдайте. Вот и так в каждой области, и когда, вот это то же самое, когда говорят, что вот мы лечим, вот такие заболевания, люди говорят, не-не-не, мы не лечим, не учили медицину, мы знаем лучше, это тоже какой-то тупиковый вид цивилизации. Вот иногда вот разводишь руками и думаешь, ну, что ты тут скажешь, 21 век, да, так сказать, а иногда кажется, что вот мы возвращаемся вот к той картинке, которую у вас я вот на WhatsApp увидел, к чумному доктору, да, вот возвращаемся в Средневековье, осталось только какими-то там зловониями посыпать, палочкой потыкать и сказать, ну вот все, больше ничего сделать не можем. Ну надо же как-то верить вообще в развитие цивилизации или нет? Не, ну это опять же, там, скажем, чем больше развиваемся мы целиком как мир, тем сложнее он становится, ну то есть тем сложнее его понимать, скажем, в каком-то большем приближении. Ну и да, соответственно, ну, то есть попытаться понять, что действительно как работает там вакцина или что-то, куда сложнее, если это там новая технология. Что, вот, а когда рассказывает какой-нибудь там непонятный дяденька в костюме про то, что это какая-то генная инженерия и так далее, что все мы там, не знаю, станем рептилоидами и умрем там через 2 года. Ну, то есть такое вот почему-то людей прельщает, и они вот действительно... И дальше сами репостят такие какие-то абсурдные вещи вообще, которые, в принципе, разрушаются, ну, вот, скажем, про эти генные инженерии, что там встроится этот вирус в нас, там, ну и все. То есть с базовыми знаниями биологии. Потому что мы, в принципе, сейчас находимся уже на таком этапе, что мы понимаем, как что работает, и что однозначно, что может происходить с конкретно вот этой, скажем, с ну, МРНК этими из вакцин, а что не может происходить. То есть достаточно однозначно. Это просто означает, что некоторые люди действительно, ну как... против прогресса, они не хотят просвещать себя, они вот берут наиболее простое какое-то объяснение, которое при этом максимально глупое, если понимать вообще, как это на самом деле происходит. Но да, то, что в целом выбирают, наверное, то, что наиболее легко звучит, я бы сказал. То есть очень сложно объяснить просто, я говорю, в достаточно хорошем приближении действительно какие-то сравнительно сложные биологические вещи. Ну и поэтому выбирают, собственно, не правильные, соответствующие истины, доказанные, основанные на науке, какие-то объяснения вот, некоторых вещей, которые происходят, а выбирают действительно самые ну, вот, простые для понимания. Так же самое, как с этим омикроном. Что зачем там пытаться думать про гипотезы, что какой-то хронический больной, можно сказать, что там с лаборатории выпустили. Ну, это же проще, чем там просчитывать, типа, вероятность, как быстро он эволюционирует, там все. Ну, вот и так же само, собственно, очень много где работает. То есть это же не ограничивается только этой коронавирусной пандемией. То же самое про 5G-вышки, да, про вот, самолеты, то, что летают, что это распыляют, кемтрейлы, там, да. То есть очень много как-то сейчас информации, видимо, очень много, всем она доступна, и, естественно, что как-то фильтровать вот эту информацию нас, наверное, народ не умеет, я бы сказал, в целом. Но это, наверное, наиболее грустное, то, что, возможно, стоит как-то развивать критическое мышление и хотя бы проверять ну, источники информации, прежде чем делиться ими хотя бы. Может быть, такой последний вопрос. Я знаю, что несколько врачей, и даже известных, еще в самом начале пандемии не очень верили
в эффективность вакцины, что вот удастся изобрести именно из-за того, что там очень изменчивый вирус, там вот изменчивые, да, вот его как бы вот ДНК и так далее. Потом они поняли, что чуть-чуть ошибались, все-таки вакцина показала эффективность, даже высокую, особенно вот первые месяцы после курса. Сейчас вот мы знаем, что уже Европейский Союз по меньшей мере два вида таблеток зарегистрировал, я так понимаю, на подходе и другие лекарства. Эти вот два вида должны действовать первые дни заболевания, другие там в тяжелых случаях. Значит ли это, что это тоже путь? Да, когда вы правильно заметили в самом начале, что бесконечно, наверное, колоть людей каждые 3 месяца, это было бы чересчур. Может быть, это тоже путь, который поможет вот эти лекарственные средства специфические в какой-то степени, которые поможет предотвратить размножение вируса, как бы он ни мутировал? Не, ну это безусловно. Опять же, эволюционировать он может так, что он будет избегать, возможно, даже этих, ну если мы говорим, скажем, про эти таблетки от Pfizer, так называемые, то там ингибитор протеаза. То есть он там запрещает вирусу после инфекции сделать некоторые вещи, которые действительно запрещают ему реплицироваться. Но опять же, возможно, он может измениться так, что внезапно этот ингибитор не будет работать. Я там не вдавался на самом деле. Ну, то есть, в принципе, эволюция всегда находит какие-то решения. Так же самое, как вот антибиотики и бактерии. То есть у нас уже очень много штаммов, бактерий, которые антибиотиков уже тоже не боятся. Ну, то не есть, боятся, да. Как бы все биологическое, оно понятно, что пытается делать так, чтобы существовать дальше. Ну и если что-то мешает, что там вакцина для вирусов, потому что вирус это обязательно внутриклеточный паразит, то есть сам по себе это что-то мертвое, то есть он живой только в нас. Естественно, он заинтересован так, чтобы он вот мог в нас существовать в популяции. То есть поэтому у него, собственно, будет действительно отбор на то, чтобы он вот бегал от иммунитета, там всякие такие вещи. Но, возможно, он и научится еще и от лекарств каких-нибудь там бегать. То есть это тоже не панацея, да? Ну, в целом, я говорю, в принципе, учитывая, что это классическая даже эпидемиология, ну, то есть вот эти меры дистанцирования, маски, то есть это все тоже работает. То есть нам не нужно даже никаких супер пытаться модных там лекарств, вот прям нового класса придумать. То есть достаточно просто соблюдать действительно некоторые тривиальные вещи, это уже поможет, ну, собственно, не создавать лишнюю нагрузку. А еще в комбинации с вакцинацией, которая все-таки и работает даже на такие сильно поэволюционировавшие варианты. Ну, то есть в целом просто, наверное, нету, я не знаю, как даже консистенции, если по-английски его сказать, не могу понять. То есть все это не происходит как бы равномерно и стабильно. У нас как-то иногда соблюдают, вот там, скажем, после локдауна там, или когда видят, что рост заболеваемости, как только спадает, опять все расслабляются. Ну, то есть в целом, скажем, даже не стоит там надеяться на какие-то суперлекарства, а даже если соблюдать вот какие-то достаточно плюс-минус понятные меры и действительно вот дожидаться того, как ВОЗ говорит, что нужно, собственно, вакцинировать по всему миру равномерно плюс-минус людей, то есть когда это произойдет, то есть будет меньше, скажем, возможности перебирать возможное пространство мутаций в этих вирусах. Просто если у нас, скажем, болеет 10 человек, у нас в каждых 10 есть вероятность, что появится что-то опасное, там, которое убегает от иммунитета. Если там болеет один, ну, вероятность у нас намного больше уменьшается таким образом. Ну, то есть поэтому сейчас вот я думаю, что действительно то, что я даже видел, что Латвия вроде кому-то опять же эти вакцины собирать. Ну, то есть это правильно. То есть если у нас эти вакцины непонятно почему не нужны людям, то лучше их отправить туда, где действительно люди не вакцинированы. Чтобы просто их потом не выбрасывать из-за того, что истек срок годности. Да, это как-то ну, да, абсурдно. Примерно так. Ну что, спасибо за исчерпывающий рассказ. Я надеюсь, что действительно в следующем году у нас будет больше повода для оптимизма. Спасибо большое, Никита Зрелов у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. С наступающим.